Перетащить груз, запрограммировать и преодолеть препятствия при помощи дрона. И все это могут школьники. Более 200 участников из разных уголков России приехали продемонстрировать свои умения в управлении беспилотным летательным аппаратом на первый всероссийский чемпионат «Соколиная охота». В этом году мы принимаем первый всероссийский чемпионат по беспилотным летательным аппаратам. И мы благодарим коллег из Федерального министерства просвещения за то, что доверили нашему региону провести именно первый чемпионат. За беспилотниками будущее. Технологии развиваются со стремительной скоростью. И вот уже школьники самостоятельно управляют дронами. Свои навыки они развивают в кванториумах и IT-кубах. Это одно из самых популярных направлений за последние несколько лет. В кванториумах сейчас есть огромный интерес. Мы и раньше открывали аэронаправление, робототехнику, авто. Но сейчас это просто переживает вторую волну интереса. Очень много ребят записываются, ну, потому что все смотрим новости, все видим, что нужна новая критическая масса новых инженеров. И нам крайне приятно, что возможности для этого у нас позволяют. Участники проходят испытания по актуальным технологическим трекам. Доставка груза разных форматов, автономная доставка груза, проектирование квадрокоптеров, разработка мобильных платформ. Такими испытаниями участников не удивишь. Большинство из них уже опытные операторы дронов. Я начал заниматься дронами с, не помню, 3-го или 4-го класса, если кто сейчас перешел в 7-й класс. Вообще я начал с дрон-рейсинга, вот. Также занимался различным конструированием, автономными полетами. И сейчас как раз на треке доставка груза. Для меня это не первое соревнование. Вообще я начал, как я сказала, с дрон-рейсинга. И занимал и первые места, и было 4-е места тоже были. От Ульяновской области участвуют целых 6 команд разных возрастов. Одними из них стали ребята из авиационного колледжа. К соревнованиям они готовились долго и упорно, но все равно волнуются. Тренируемся мы на базе 102-го лицея. То оборудование, которое там есть, оно нам позволяет выполнять все необходимые действия именно для соколиной охоты. А если это показные выступления, то мы тренируемся непосредственно на базе колледжа, либо выезжаем за город. Андрей Буторин уже давно участвует в различных чемпионатах. Увлекаться дронами начал, как и многие, еще в школе. И твердо решил связать свою жизнь с беспилотниками. Уже 3 года он профессионально изучает летательные аппараты и готовится помогать России. Соревнования для него – способ отточить мастерство, получить новый опыт и добавить в свою копилку пару наград. Мы тренируемся несколько раз в неделю, отрабатываем навыки сборки, проектирования полета. Ну и сами полеты также отрабатываем. Чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота» продлится до 8 сентября. В заключительный день организаторы удивят авиационно-спортивным фестивалем. Также подведут итоги и вручат награды. Мероприятие пройдет на базе Ульяновского аэродрома «Белый ключ». Светлана Карпухина, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ.